Настоящая кровавая драма разыгралась в американском штате Флорида в небольшом городке Белл. 51-летний мужчина расстрелял свою дочь и шестерых внуков. Самому младшему из них было всего 3 месяца, старшему 10 лет. После жестокой расправы Дон Спирит, так зовут убийцу, позвонил в службу 911 и сообщил о намерении совершить суицид. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они нашли 8 трупов. Мужчина покончил с собой. Каковы мотивы, побудившие Спирита расстрелять свою семью, неизвестны. Отмечается, что ранее он уже был неоднократно судим. Город Белл находится в северной части Флориды. В нем проживает всего 350 человек.